песня очень много значит. Эта песня, в принципе, этот эксперимент в моей жизни очень много для меня значит. Решила проверить себя на прочность в очередной раз. Те, кто хорошо меня знают, знают прекрасно, почему я долго не соглашалась. Там было две причины. Первую я вам уже озвучивала, а вторая, просто я такой человек, который, ну, если что-то делает, я хочу быть уверенной в том, что это будет круто. Потому что поэтому я на многие вещи, на многие эксперименты в своей жизни не решаюсь. Я такой консерватор. Те, кто знает меня близко, все время говорят: блин, ты такой консерватор. А кажется, что я готова на новые эксперименты, а на самом деле я сыкло. Но тут такой момент, что... Ну, я не люблю, короче, хвататься за все подряд, чтобы, типа, единственная цель — это быть популярной. Нет, я просто, я хочу, если что-то я делаю, это делаю хорошо. Но сейчас, когда сейчас я уже в проекте, мне чуть-чуть плевать, я просто кайфую от того, что происходит. Мне так нравится. Конечно, бы не хотела, чтобы это быстро закончилось, потому что, да, это бешеный график. Вы не представляете, я вообще дома практически не появляюсь, то есть я там только сплю. То сегодня пришлось остаться у подружки, потому что надо с утра на репетицию. Но, я не знаю, мне уже пофиг на эти баллы, на все остальное. Просто я кайфую, да, вот от этой спортивной жизни.